Ну, понеслась. Является победителем первенства Сахалинской области 2019-2020 годов, победитель всероссийского турнира в городе Коврове 2020 года. Тренируется Илья под руководством тренера Сергея Алексеева, который секундирует ему в данном бою. Юдин Илья, красный угол, Сахалинская область. Встречай. Работай!
пошел! Я не стой! Устинов Константин Республика, Захай Путя, Демарчук Дмитрий, Татарикова. Победу по очкам раздельным решением судей. Победу одержал боксер синего угла Нуштаев Егор, Приморский край.